В декабре мы организовывали тренинг Ирины Мухиной в Москве. Сейчас Ирина находится в Канаде, в Торонто, и я хочу пригласить вас на вебинар Ирины Мухиной, который пройдет 30 марта. Это суббота. Я приглашаю всех на семинар «Человек в мире умных вещей». Есть такое старое высказывание, что человек есть мера всех вещей. Так вот, семинар будет посвящен тому, что мы посмотрим на ситуацию «человек и умные вещи» с разных сторон. Является ли умная вещь продолжением человеческого интеллекта? Или является ли человек приложением к умной вещи? Когда мы будем говорить об умных вещах, мы будем иметь в виду умные телефоны, умные дома, умные города, умные машины. Мы каждый день обнаруживаем себя в окружении все большего количества умных машин. Это наши гаджеты, это наши девайсы, это наши автомобили, инструментарий нашей жизни. Как должен себя чувствовать человек, когда ему в пользование дают такое количество умных предметов? Это ожидание становится, что мы будем как приложение к умным вещам тоже умными, или все-таки они часть наших когнитивных способностей, нашего интеллекта, нашего мозга, нашего развития берут на себя. То есть, как еще говорят, что наш телефон – это наша когнитивная часть мозга, которая находится в кармане наших штанов. Семинар будет посвящен обсуждению того, какие плюсы мы будем получать в связи с развитием искусственного интеллекта и какие риски связаны в нашей жизни с тем, что мы все больше вынуждены общаться, иногда даже не до конца понимая, какие функции мы передаем искусственному интеллекту, какие риски это несет для нашей жизни. Мы будем обсуждать провайдеров, мы будем обсуждать техническую инфраструктуру, связанную с умными машинами, и я по возможности отвечу на ваши вопросы. Жду вас на семинаре «Человек в мире умных вещей». Ваша Ирина Мухина. Ссылка для записи на вебинар в подписи к ролику. Спасибо за внимание.